В Нью-Йорке полиция задержала человека, который хотел влезть в окно к Дональду Трампу. Мужчина забрался на небоскреб, в котором живет Трамп, и где находится, собственно, предвыборный штаб этого кандидата в президенты. Операция по задержанию заняла 3,5 часа. Полицейские специально не торопились, чтобы не допустить падения верхолаза на землю. Первый раз ему предложили сдаться, когда мужчина с помощью резиновых присосок забрался на 5-й этаж. Он отказался и уже долез до 21-го, когда полицейские все же решились выбить окно и схватить его. Перед тем, как идти в гости к Трампу, задержанный опубликовал в интернете ролик, в котором и объяснил свои мотивы. To excuse my manner of appearance, I just don't know how many people will watch this. Мистер Трамп, прошу извинить меня за мои манеры, но у меня нет другого варианта, чтобы привлечь ваше внимание. Я хочу обсудить с вами очень важный вопрос. Поверьте, если бы это не имело такого большого значения, я бы не стал рисковать своей жизнью и забираться на ваше здание. Сам верхолаз называет себя Леваном Тампсом из Нью-Йорка, но полиция пока не может подтвердить его личность. По предварительной информации, задержанный приехал в город и штат Вирджинии, провел в Нью-Йорке всего одну ночь, остановившись в дешевом отеле. По поводу его имени у следователей тоже большие сомнения.